Еще на минувшей неделе стало известно, что государство, видимо, занялось еще одним комиком, который позволил себе лишнего. Руслан Белый сообщил, что ему отменяют концерты, и предположил, что это, возможно, связано с тем, как он кое-где, кое-что откровенно сказал о политике. Да, из 5 концертов отменилось 3. Ого. Под каким девизом? 2 под девизом «не можно». Не можно Руслан Белый, не да. можно стендап. Или не можно Руслан Белый. Мы же можем Руслан Белый, это организаторов тебе, типа, инсайды, да, сказали? Да, типа, да. Такая, типа... Не, безусловно, никакой официальной информации, нигде ничего нет, это я сейчас... Да, я понял. Тоже передаю вам какие-то да. закулисные разговоры и так далее. Ну, в Питере даже была официальная. А Руслан говорил на стендапах, например, такое. Слышали? Валентина Матвиенко. Ну... В Совете Федерации на полном серьезе говорит такая, так, а о чем это Манижа поет? Что там за какие-то люди, кони какие-то? И вообще, проверьте, правильно ли прошло голосование на Первом канале. Я подумал, Валентина, вас только это голосование заинтересовало. И такое. Я решил купить эту майку с принтом, я мой Иван Голунов. Потом покупает мне эту майку в 14.00, 11 июня. Скидывает мне смс. Руслан, майка куплена. А в 14.05 его отпускают. Смотрите, я требую. Либо пускай дочь возвращает мне 900 рублей, понимаете? Ну, либо сажайте этого Голунова обратно. Вот это даже по телевидению, по ТНТ когда-то показали. Были и такие времена. Мы позвали Руслана Белого, чтобы поговорить с ним о том, что происходит. И спасибо ему, что он не испугался об этом говорить и пришел к нам в студию. Руслан, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рад, что вы пришли. Да. Расскажите, что у вас с концертами. Так мне не нравится постановка вопроса. Это выглядит, как будто я напросился рассказать, что у меня с концертами. Нет, мне интересно, что у вас с концертами. Я попросил, чтобы вы здесь были. Так, у меня есть новый концерт, новая программа. Я его пишу и обкатываю по... всяким площадкам, городам и так далее. С прицелом, чтобы там через года два снять его и, соответственно, выложить на какой-нибудь ресурс. Что будет через 2 года, мы не знаем. Вот. Ну и этой осенью мы поставили немного концертов, 6, и 3 из них уже отменилось. Да, и сейчас, 14 декабря, нам площадка прислала официальное письмо за 20 дней до концерта, что они не могут по техническим причинам провести нам этот концерт. Это в Москве? В Москве, театр Бабкиной. Но в интернете и вы вроде бы как связали это с тем, что какое-то идет политическое давление. Ну, учитывая, что на площадке нас сначала взяли, ну, то есть мы подаем заявку, как все обстоит в юридическом мире. Ты подаешь заявку на площадку, что такой-то организатор хочет провести такого-то числа концерт Руслана Белого. На площадке дают добро, все хорошо, мы продаем билеты, организуем какую-то пиар-компанию и так далее. И за какое-то время там, до даты концерта, где-то за месяц, где-то за 2 недели, где-то вот как в Питере за день, тебе сообщают, что по тем или иным причинам состояться концерт не может. И какие причины? Никто никакие причины не называет. Ну, я так понимаю, что вы это связываете как раз с выложенными концертами, да? Ну, мне особо больше связывать не с кем. Я не сплю с чьими-то женами, я не занимаюсь какой-то там, не знаю, неправомерной деятельностью, я не перехожу никому дорогу. Поэтому, наверное, самое простое, что в нынешней ситуации можно подумать, что, наверное, это связано с какими-то моими шутками на политическую тему. На политическую, на социальную, как угодно. Ну, и на шутки... актуальные темы, давай так это назовем. Давайте. Актуальные темы были в стендапах, которые назывались «Свой», и «Я отрастился». Ну да, было у меня два. Я не смог их найти в Ютубе почему-то. Потому что я их где-то месяц назад скрыл от общественного просмотра. Почему? Ну, понимаю, что ситуация разворачивается куда-то вот в эту сторону. То есть как только у нас начались первые какие-то отмены и так далее... Скажем так, в кулуарах, поговорив с какими-то товарищами, людьми, друзьями, знающими там, и так далее, пришли к выводу, что, возможно, это стало триггером. И дабы в будущем, так как я не хочу быть ни Жанной Дарк, ни каким-то знаменем, ни чем остальным, я просто хочу делать, как там было, петь свои песни, делать свой стендап. Петь свои песни без актуальных тем? Так получилось, что этот концерт, который я сейчас пишу, я понимаю, что сейчас...
в совокупности информации это выглядит по-другому, но это чистая правда. Я, собственно, на том пресловутом подкасте это все и рассказывал, что с предыдущими концертами мы гастролировали не только по России, а и по Европе, то есть заезжали там и в Прибалтику, и в Германию, и в Чехию, и в Израиль ездили. И получается так, что когда ты приезжаешь на эти площадки, то 40% материала актуального, который актуален в России, он вылетает, потому что там люди не в контексте вообще. И поэтому заблаговременно меня себя бизнесменом, ну, концерты это, скажем так, тот один из источников дохода денег, который я получаю, я задумал, что я напишу концерт на общие темы. Ну, то есть он будет там про меня, про мою рефлексию возрастную там и так далее, и так далее. Чтобы я также мог приезжать куда-то в другие страны и без труда выступать с общедоступными темами. По сути, этот новый концерт, он как раз вообще там, я не знаю, аполитичен, асоциален, то есть он по большей части про себя. Он поэтому так и называется «Свой голос», потому что он про себя, про то, как надо... Блин, сейчас будет выглядеть как реклама. Про то, а как... Ничего, про раз, то, как раз надо вы добрались, себя, то да. Давайте рекламируйте. Ну давайте, прорекламируем концерты, которые отменяют. Телеканал «Дождь» — это место, где можно сделать так с концертами, которые отменили. Вот, поэтому «Свой голос», он по большей части просто про внутреннюю рефлексию, скажем так. А что же было такого в выступлениях «Свой»? Нет, сначала было, если по хронологии, сначала было видео «Почему я отрастил усы». Угу. Это было весной, какие-то события были и так далее, и так далее. Собственно, там было посвящено этому, что кто как себя повел, кто как. Весной — это имеете в виду, когда Навального сажали, люди выходили на улицы? Да, когда были митинги и так далее, и так далее. Как раз когда пошла вот эта... Мне там очень нравится блог про то, что в России адвокат не нужен, потому что он выполняет одну единственную миссию, просто в конце встает и говорит, мы подаем апелляцию. Ну, то есть в этом ключе. И там что развернулось? Там какой-то очередной дядька откуда-то написал на меня жалобу в прокуратуру. По-моему, уже третью по счету. Ну, за мою карьеру. Адвокат? Нет, не адвокат. По-моему, бывший полицейский. Вот. И как-то так меня стригерило, и я захотел... Ну, потому что он там тоже там написал что-то, не понравилось ему там количество матных слов, которые я использую, там, и так далее, и так далее. В этом случае меня стригерило, что я подумал, странно вообще в целом писать какие-то жалобы. Ну, блин, прям странно. То есть она пишется в прокуратуру, значит, прокуратура должна мной заняться, а мне, на мой взгляд, когда прокуратура тобой занимается, это как минимум там пахнет каким-то уголовным делом. Уголовное дело — это тебя так или иначе сажают в места не столь отдаленные. Ну и, собственно, там родилась рефлексия на тему того, что я, находясь на воле в обществе, гораздо полезнее, чем я там в местах не столь отдаленных. Потому что я здесь плачу налоги, я достопочтенный гражданин, там, и так далее, и так далее. Из этих налогов платятся пенсии моей матери, его матери, а он пенсионер, и ему платятся в том числе. Ну и короче. Ну и туда прицепились еще какие-то актуальные шутки на тот момент. У вас 2 года назад уже выходил стендап, который касался Ивана Голунова, его освобождения, и вы там говорили, что размышляли о том, следует ли поддержать флешмоб в поддержку Ивана. И подумали, ну, зачем поддерживать, у меня же есть свой проект на ТНТ, у меня есть BMW, ну, там что-то еще в перечислении было такое. С тех пор осталось только BMW. Расскажите, как вы... Вы стали жестче, кажется, почему? Нет, я не стал жестче, просто проблема в том, что стендап такой жанр, и ты не можешь там выдумывать истории. Ты, по сути, там говоришь либо про себя, либо то, что происходит вокруг. Поэтому тут просто ползунок куда идет. Ты больше про себя рассказываешь, как то, а вот моя женщина такая, а вот я в метро поехал, это увидел, а вот тут я в люк упал, а вот самолеты, представляете, как они летают, вообще не понимаю и так далее. Либо ты больше рассказываешь про то, что происходит в жизни. В жизни происходит, ну, мы смотрим все новости, отовсюду что-то говорят. Ну, вот, собственно, вот так. И ползунок работает. В какой-то момент времени тебе хочется больше говорить про то, что в жизни происходит. В какой-то момент больше про то, что у тебя происходит. Но вы стали больше интересоваться политикой? Нет, такого нету. Я не стал чаще. Я, более того, даже меньше стал интересоваться. Я раньше, может, и там и вас смотрел, и «Эхо Москвы» слушал и так далее. Но сейчас я понимаю, что это просто уже превращается в какой-то такой бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Мне уже хочется включить русское радио, там Сергея Лазарева послушать, потому что день мой не задался с самого утра. Но там не расскажут, что ваши концерты отменяют. Да нигде не рассказывают. Блин, и нам-то вовремя не говорят. Сказали бы с самого начала, нам бы было полегче. Ну, то есть нам, я не знаю, пришло бы какое-то постановление, сказали, Руслан Викторович, вам в этом году запрещено
ездить с концертами. Мы такие, хорошо, никаких планов строить не будем. Начну, не знаю, брать уроки английского, играть на гитаре, ходить почаще в спортзал. Смотрите, а вы занервничали вообще из-за того, что концерты отменяют? То есть какие у вас мысли-то на этот счет? Наверное, я занервничаю позже, когда мы оценим масштаб трагедии, потому что прямо сейчас непонятно. Все-таки у нас не был большой грандиозный тур запланирован и так далее. Он там весь не накрылся медным тазом. Поэтому там те 3-4 отмены, которые нам сделали, пока они не кажутся нам какими-то глобальными. Но правда, вот сейчас 14 декабря в Москве отменили концерт. Отменяют. Нет, площадка нас уведомила, что они по техническим причинам не могут его провести. За 20 дней нас уведомила площадка. Они предполагают какие-то технические проблемы. Мне кажется, что вы все равно довольно аккуратно шутите. Почему ваш юмор может быть кому-то неугоден? Я не знаю. Честно, я бы хотел знать этот ответ. Тогда бы я выстраивал свой материал относительно обхождения того, чего нельзя. Было бы легче, мы в подкасте уже об этом говорили, было бы легче, уже какое-то распоряжение бы сослали там и так далее. Ну, то есть везде есть же правила какие-то, да, там на самолет летишь, там это нельзя, это нельзя, это нельзя. Вот тут то же самое бы сделали уже. Хотя, я думаю, так сделают, наверное. Меня немножечко напрягает неопределенность. То есть я человек конкретный, и я и в Бога же поэтому не верю, потому что нет доказательств. Поэтому мне всегда нужны какие-то доказательства, какие-то что-то, чтобы мне что-то сказали. Я такой, а, вот что я сделал, окей. А так я не понимаю, что я сделал вообще. Что мне делать-то, я не понимаю. Ну, то есть мне что, надо меньше мыться, чаще отжиматься, выходить из дома. Ну, не произносить почаще, слово «Навальный». Почаще матери звонить там или что делать в этом ключе. Я не очень понимаю. Я не поднимаю руки, мне просто хочется понять. Я такой, ну, наверное, это их триггернуло. Ну, давайте уберем, никаких проблем с этим нет. Я не держусь за какой-то свой материал, потому что я стендап-комик. Я думаю, мои лучшие шутки впереди. Ну, окей. Я их уже написал много, еще столько же напишу. Ну, если... Просто... Понимаешь, я же тебе говорю, проверяем. Я такой, наверное, это их триггернуло. Давай уберем, посмотрим. Может, не это. А как думаете, в администрации президента вами интересуется? Блин, я думаю, нет, наверное. Наверное. Хотя у меня такая аудитория. У меня такие мужички аудитория. В администрации президента есть мужички? Есть, да. Может, и есть, да, блин. Тогда наоборот, мне, видишь, ну, минус это, что интересно. Ну, тогда в конце этого интервью передадим привет этим мужичкам. Спасибо, мы что... Мы не знаем, смотрели. Каким мужичкам. Всем мужичкам. Всем мужичкам привет. Да. Девушкам тоже, кто получается. Кто имеет к этому отношение, да. Да, ладно, спасибо большое. Спасибо Руслан, вам. Благодарю вас за то, что пришли.